Так, всем здорово, всем привет. Сегодня у нас тренировка к параду. Ой, блядь, не туда. Я сейчас немножечко буду отвлекаться, потому что в Дискорде там идет бурное обсуждение, указания и так далее, поэтому, возможно, буду молчать. Поэтому не пугайтесь. Пытаюсь сейчас сообразить. Все как всегда. Собрались потренироваться, начинаем учиться. Я в том числе. Конечно, надо будет здесь набрать частоту просто.
Я, да, здесь, высоко, просто привет еще раз. Подцепляем, просто в Дискорде там куча информации. Я боюсь, это будет пипец, если мы сделаем, если я вам выведу на экран, так скажем, да, то... Сто двадцать пять три ноля. Да, частоту же надо, нет? 5,0 АМ. Вот у меня не третья нижняя, единственная. 225,00 вниз уже не перебрать. Не может быть одна у тебя сейчас, во. Не знаю, у меня сразу три выскочило. Там галочку. Overlay открой, да. Я вот Женька Сапсана слышу по 5,0 АМ. Тоже слышу, прекрасно. Это кто говорил сейчас? Танкист. Вот, да, на 5.0 прекрасно слышу. 512-го слышно? Спасибо. Блин, короче, здесь еще настроек херва гора, которых я еще не Хочу, знаю. какая общая частота? Вот. Вова, я слышу тоже. Не, у меня 5.0 тоже здесь Вова, сейчас ставится. Вова лупит 225-ю сейчас. У меня она загорается. Вова на 225-й сейчас загоралась. Ниже 225 не могу. Ну давайте что-нибудь выше 116 сделаем. Короче, 120 сделать. 120 сделаем, давайте основу. Давай 120. Спасибо. Спасибо. Блин. 120 это что, на РП? Да. 120, как слышно? Слышно, отлично. Миг. Устанавливаю между нами частоту 9. Так, 120 танкист, проверка связи. Что ты такие берешь? 9, нахуй. Да вообще, как это поставить? На туре, это только на МиГ-15 мы на вертолете не возьмем. Ну, на 127 вторую радиостанцию, ты какую можешь поставить? Миг. Да, 255 поставь АМ. Первая радиостанция. Блять, у меня просто назначены только две радиостанции. Я третью сейчас буду назначать полчаса. Тебе трудно на 9 поставить радиостанцию? Какую, скажи? Вторую радиостанцию на 9 АМ поставь. Вторая 9 это 186В в скобочках. 864. R864. У меня такой нет. На 127 тебе нет такой радиостанции? Ёбаный в рот, а! Он на 29-м. Блять. Я, короче, курить нахуй, парьтесь сами. Так, Егор, 33-й, на какой пойдем? Внутренний. Да, основную назначай, остальную, а все остальное потом в течение недели будете назначать. Проверка связи.
Короче, беда-беда. Короче, в пизду, у меня две радиостанции. Пошли нахер. Да, сейчас 120-й хватит потренироваться. Все. Ждем. Уже ничего, я спрашивал, на каком канале мы пойдем. Я, как понимаю, у тебя тоже проблемы с этим. Ясно. Ну, смотрите, у меня три радиостанции. Одна с 3 до 10 АМ. Это, ради бога, можно на нее назначить. Нижняя радиостанция, третья. Вот сейчас 225, это минималка, и, соответственно, вверх можно назначить. Но сможет ли это напарники, я не понимаю. Вот же мне объясняли, вы думал все... Нет, нет, не оверлей, в настройках, settings, радио 3, назначь туда кнопку. Да, и еще зайдешь, вернее, это в Controls, и в Settings зайдешь, там есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 строчка сверху. Поменяй on на off, это где Radio Switch, Work as Push to Talk. 510 слышно? Radio Switch, видишь? Строчка Radio Switch, Work as Push to Talk. Вот ее на on поставь, и теперь та кнопка... Радио 3 будет работать на третью радиостанцию при нажатии, ты будешь говорить. Ответил 510. 25, проверка связи. Егор, сейчас, Лик, проверка связи, ты кричал. Я тебя слышу, на 225. Все, и одну кнопку, которая у тебя должна быть на основной радиостанции. Нашу вторую станцию. Частоту надо определить нам, когда какой мы будем, на отдельной, например. Да вон 230 ставь, если это ставится, и все. Ну, проверка связи. Жги, здорово, я тут со стримом. Танкист, проверка связи, 230. Я тут со стримом забежал, короче. Это... Я... Да, так я вот пришел сказать. Короче, там, ну, есть несколько человек. Но факт в том, что у нас что-то там... Володь, ты лупишь к нам в СРС. Я понял, извиняюсь насчет СРС. У нас затягивается с парадом что-то, походу. Я не знаю, успеем или не успеем. Егор, танкист, 230-й, проверка связи. Ладно, я тут в АФК, короче, тут упаду, если чё. 303 запускаю. Егор, ты слышишь меня, Егор? Перейди на вторую радиостанцию, 864-ю, частота 3.7. Егор, ты меня не слышишь по 230-му? Окей. Так, я тоже замечился, заглушился в этой, только в Дискорде, в СРС, если что. Блядь, у меня ДКС вылетел. Ой,
Да, отлично, слышу. Принял. Короче, да, сегодня такой вот у нас Осака немного небольшой сумбур, потому что. Если сейчас настроиться, чем на следующей репетиции такая же херня будет. Радиостанции толком никто не знает. Я, например, только сегодня познакомился, но если с ней хоть как-то работал и как-то пытался с ней работать, да, то есть, возможно, ребята вообще никогда не пытались. Так, а у меня второй-то не запущен, что ли? Как так-то? Я сижу, в ус не дую. Поэтому сейчас небольшие траблы в плане времени, но я и предполагал, что такое будет. Лично мне норм, я тебя понял. А этот я заглушил, мало ли кто там зайдет, кто не терпит мат и так далее, потому что мат в Дискорде там стоял мега адский. Вот. Все матерятся, никто ничего не понимает, объяснить толком никто не может взять на себя, так скажем, эту функцию. Но аппарат будет заключаться в том, что мы сейчас взлетаем, шуршим к своим... Да, когда выруливаем? Бортам. Я готов. Я не знаю, можно ли нам, что они там... Когда собираются. Запрашивай группе вырулить. Я думаю, пойдем. Разрешаю руление на полосу 4. У меня тут РП, говорю, я тебя прослушал. 1-3-0. Руление запрещаю. Я говорю, запрашивай группе и пойдем. Я за тобой. Я готов. На 33-й еще у нас Егор. Егор... 27-й. Смотри, на 120-ю тебе нужно назначить кнопку «Радио 1», либо «Push to Talk». А на 230 другую кнопку, на «Радио 3». То есть у меня вот сейчас две кнопки. Одна, вот я сейчас жму, разговариваю с тобой... Егор, начинайте руление. Дали нам добро на руление. Поехали. Начинаем. Егор, давай за тобой. Ты же мне справа, правильно? Сейчас я запускаюсь. А, понял, я гудил. Тут с этими рациями надо как-то было все предварительно настроить. Вот сколько было на тренировке, не знаю, как я тебе говорю. Я тут... Короче, да, на 33-м еще Егор. 27-й, почему-то не знаю. Как слышно, 120-й. Чего топлива так много? Сейчас мы пока всех дождемся, нужно выработаться. На самом деле, хз, я же дозаправляться не буду. А мы будем просто имитировать дозаправку, идти до за 78-м строем. Вот. И, соответственно, лишним не будет. Я думаю, пока дойдем, сожжем порядка 2 тонн. С третьей вырубим. На связи, на радио. Как же он такой. Блин, ну вообще огонь вот этот, да? То есть СРС-ка, все это классно, здорово смотрится. Надо, короче, приобщаться. Я вот не знаю, что делать с летучкой. Сегодня попытался, ребят, попросить перейти на бетку, потому что все кипиши онлайн проходят на бетке. 303-й, наверное, так и оставим пока. Принял. Я тогда 27-й. Понял. А с нами мы вдвоем сегодня? Ты говорил, еще кто-то на 33-м. На 33-м. Павлик не сможет, у него разница в 4 часа, ему в ночную смену. Ясно. Вот, пытался всех сманить на перейти на бетку, но встретили эти мои потуги, так скажем, в штыки, поэтому... Не знаю сейчас, как быть. Если перейти самому на бетку, могу в один из прекрасных моментов просто не успеть релизнуться.
можем задержать летучку, либо сюда, наоборот, не попасть. Но, блин, здесь, мне кажется, интересней в любом случае. Да, у меня вот сейчас настройка. Кстати, здесь же вот ребята мне помогли настроить эту штуку. Сделали себе 120-й, два... 120-й, меня слышно? 120-й работает, слышно. Вот, то есть настроили мне ребята, подсказали, как сделать два РВК. В принципе, на 19-м канале? Туда-сюда как бы нормально получается. Перехлёстывать. Так, 39 FPS, это жесть. В прошлый раз еще, когда мы здесь стояли, и после того, как запустили всех ботов, у меня нахер вылетела эта игра. Не знаю, как вылетит здесь или нет. Сейчас будем надеяться, что все будет норм. Сейчас ожидаем чуть-чуть позже, Сергей, насчет выруливания. Ожидаем это. Разрешаю руление на полосу 4. Блин, вот ботинка бы куда-нибудь деть, конечно. Группа 33-х на исполнительном. Приняли вас. Я самый дальний, если я пока туда подъеду. Я вот не знаю, кстати, какие здесь фары должны работать. Еще раз. Вот это вот посадка, как я понимаю, вот это руление. 1-2-2. Руление запрещаю. Почему не сюда светит? 1-3-1. Сократ, разрешаю руление на полосу 4. А и горы какие? 1-3-1. Короче, вот так как-то это выглядит. Да, у нас будут мигарьки. 21-й мигарьки. Разрешаю руление на полосу 4. 15-й миг, Сапсан, красавчик. 1-1-9. Руление запрещаю. Су-27 еще будет. Два Су-27, раньше один был. Три Су-27, красава. Сапсан, притормози прием. Немножко, подожди, сейчас будем выезжать скоро. А, я понял, вижу. Двадцать седьмой, 303-му. Слушаю. Жень, тебе какие больше самолеты нравятся? Как на полосе отбегу, пока вы выйдете. Да я не знаю, у меня нет особых любимчиков. Начинал с 27-го, наверное, 27-й пока. Ну, по крайней мере, на котором я летал в онлайн. 1-3-2. Сократ, разрешаю руление на полосу 4. У тебя много стоит. 5. Сократ, разрешаю руление на полосу 4. У тебя много стримов по L39. Я думал, он... Ну, L39 это, безусловно, как бы, здесь больше в летучке стримы, а не именно самолеты L39. Просто я его хорошо знаю. Разрешаю руление на полосу 4. Понял. 27-й он не для этого. Ну, 39-й не для онлайн. А... То есть не для пиу-пиу. 1-2-2. Руление запрещаю. Почему так думаешь? А что на нем делать? Как на нем воевать, например? Если только в качестве мишени, то да. Или как? Че еще раз? На нем ведь тоже можно нары подвесить, насколько я знаю. Ну, это и на П-51 можно тоже летать с бомбами, но как бы это мишенью будешь. На нее, да, можно и бомбы, и нары, ой, и бомбы, да, и нары подвесить. Один, два, восемь. Так, а кто у нас на третьем миге 29-м?
То есть еще 2.2. Это 29 миги? Блять, как убрать этого дебила? А где ты летишь? Как он орёт, ты гадина. Ты считаешь, что для сетевой игры лучше не кликать, правильно? Для сетевой игры еще раз что? Для сетевой лучше не кликабельные. Да нет, почему? У меня и на 10 можно полетать. Почему нет? Как бы. У меня, если даже борт кликабельный, основные все равно подходы настроены. Основные кнопки, потому иначе отвлекаться это смерти подобно. И одно дело, ты когда в кабине щелкаешь все пальцами, как, или как у тебя мини-тренажер, так скажем, да? А другое дело, когда тебе нужно отпустить ручку, взять мышку, навестись взглядом, навести мышку и щелкнуть тумблер. И то можешь ошибиться левой или правой кнопкой. То есть это абсолютно разные вещи. Делать на ощупь или делать мышкой. Ну вот я с тобой согласен. Ну вот Сулин как-то летает, ему нравится, по кайфу. Я с удовольствием бы полетал с Сулином и полетаю еще на 21-м и на любом кликабельном, вообще без проблем. Но он же на гашетку не жмет к мышке, правильно? Он жмет кнопкой на джойстике. И все остальные, все основные, так скажем, режимы переключения тоже, я думаю, подходу заточены. Сулин, вы теперь начинаете выруливать это за нами. Как слышишь? Двадцать первые миги, слышно меня, нет? Я слышу, прекрасно, на 120-й. Знаю, что они молчат. Первый у нас где? Бат, опять можно выбирать качество. Что за фигня-то такая, класс. Сегодня днем только я пробовал, расстроился, что нет. Получается, одна кнопка на руде это СПУ, а верхний это радио. Ну вот, отлично, значит мы ничего не нарушаем. Просто СПУ так вряд ли бы слышно было, да? СПУ это когда техник подключается к твоему борту, я так думаю. Ну как, самолетное переговорное устройство, и оно же внутри салона, то есть внутри кабины, между летчиками. Ну у нас-то между летчиками, не между кем? В смысле, мы одни? Ну в смысле, внутри экипажа одного самолета. Повтори еще раз, что мы... Так, связь с 21 мигами есть или нет у нас? Кто на 21 миге? Меня слышно, нет? Да, слышно. Четвертый. Повтори, Серега, еще раз. Мы зажимаем двойной тормоз. Так, я сяду сейчас в кабину, иначе меня может выкинуть опять. В прошлый раз я висел на внешнем виде, когда запустили всех, всю колонну когда ботов. Я говорил то, что без бано будем. Ты как на это смотришь? Ну вообще бано не должны быть включены, по крайней мере, на военных самолетах во время полета. Это только ночью. Ну это понятно. Но ты решил то, что при взлете... Должно было включено быть. Так, я просто мог тыкнуть нечаянно. Подожди, у меня они включены? Ага. Сейчас. О. Я просто не знаю, на какие комбинации кнопок они включаются. А кто у вас там 21-го остался? Просто я тыкал эти, проверял, и электричество как включается, не помнил. Давненько я на него не садился. Сулин, Вова, на связи? Понял. Я на связи, господи, это, у нас что-то в крафт, походу, остыл. Без Сулина все запереживали. Кто-то там у вас стоит на этом, на рулёжке, не на рулёжке, блин, на можно этой, качество, правда, выбирать, огонь вообще. Почему, блин, не постоянно-то? А я бы знал бы, замутил бы 2К сегодня, попробовали бы. А ты как вообще в ледунку попал? Он не отвалил за случаем? Я меня кореш. Я почему-то не вижу. Кореш привел. Ну, тогда пока начинаю. Ну, я в БЗС в основном летал, и там летали с ребятами, он предложил мне в летучку и постримить, и полетать.
Угу, понял. Я тоже хотел в летучку записаться через Алексея в этом ВКонтакте, но он говорит, там уже группа набрана была. Ну, между нами и мальчиками, как говорится, у Алексея своеобразная политика не перебирать курсантов. Хотя сейчас все летают самостоятельно, как бы можно уже брать остальных обучать. Но у него свое видение, как бы, и я там не решаю, туда не лезу. Мне многие, кто на стримах задают, задавали вопросы. Многие, кто получили отказ в этом итоге. Так, братцы, кто есть у нас в чатике, чикните кнопочку плюсиком, минусиком, там чему-нибудь. Я хотел бы посмотреть, вообще есть у нас живые люди. Закрылки выпустил? С нами. Уже, да? Наверное, нужно, чтобы быть, было стабильно. Принял. Качество. Я просто сегодня не вижу. На Иле много было сегодня? Блин, а я даже отчет еще не глядел. Я смотрел, там, по-моему, один или два человека было. Внимание, начинаю активацию этих... Оп, сейчас капздец сейчас будет. В прошлый раз я вылетел после этой фразы. Там боты, ты заметил, они идут параллельно... Параллельно полосе, слева. Нормально все. Даже Фриза не почуял в этот раз. Так, внимание, сейчас будет так. Взлет по текстовому меню будет написано взлет первой группы, взлетают Су-33, взлет второго звена первой группы, взлетают Чичкова вместе со своей всей группой. Потом мы, то есть каждый по текстовому сообщению будет взлетать. Сергей, вы будете вчетвером или вдвоем взлетать? А, взлетаем вчетвером парами через 2 секунды. Понял, значит, ваша вторая команда текстовая для вас будет. Понял. Так, Сапсан, слышишь? Да. Ты будешь взлетать, вторая группа, второе звено, команда будет. Ну, скажешь мне потом. Да. Ну, после нас сразу мы начнем взлетать, и следующая команда текстовая твоя. Ну, 22 с 33-ми уйдут, и я взлетаю, да? А хотя подожди, нет, у тебя третья моя команда будет. Сейчас я тебе скажу. Да, уже 29-й передо мной сейчас стоят. Да, вот перед тобой это мы взлетим, потом будет одна команда, и ее игнорируешь, а на следующую взлетаешь. Ну, если что, подскажешь, чтобы я не забыл. Да. Короче, в чем суть, да, этой фигни? Должно быть, да, действительно, активность, моя активность как стримера, ваша активность, как зрителей в чате, подписки. 300, то есть, как... 600 выдерживаем. 300, скоро 600. Вот, и в зависимости от этого Twitch понимает, что мы зашли сюда не побаловаться, а стримить. Повторяю, и, соответственно, дает нам добро 600. На выбор каждый качества может и так далее. Правый Shift K, это открывает блокнот, там есть полностью проложенный маршрут. Я специально сделал, проверьте. Ни хрена он не открывается. Я не знаю, вообще есть он здесь, нет, на 33-м. Егор, у тебя открылся? Правый Shift K, у меня не открывается. В блокноте отображается, проверьте, у всех это работает вообще. Работает, да. На Су-33 не могу читать открыть сейчас блокнот. Посмотрю. Так, давай готовиться, вон я их уже вижу, они сзади. К, русская К. Да, я знаю, как блокнот активируется, не открывается в 33-м, потом полажу. Я вон вижу их уже на траверзе у нас. Команде только, которая... У меня все нормально команда. Открывается. Сейчас наша команда будет. А, мозло будет? У нас новый борт на МиГ-21 Макреди зашел. И музыка пошла. Огонь. Потише сделайте. У кого сильно орёт, может громкость шлемофона убавить прямо сейчас, и тогда не так будет громко. Кстати, да, это я убавил. Егор, я до 1% убавился. Это я у себя убавил, у него-то, наверное, орёт, как-то ТРП орал.
Наша команда. Первая команда пошла. Приняли. Так, тормоза давай. Давай, 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 я готов. 9.5. Тормоза и... Осторожно, пошли. Ручку на себя плавно. Шасси и раз. Так, напоминаю, кому нужны метки, правый, левый шифт в 10 и раз. Включить, кому нужны. Пробираем газ до 8.5. Выравниваемся. Все нормально? Да, нормально. Так, теперь с креном влево на 45 градусов. Готов? Поехали. Поехали. И раз. Бля, ну огонь, музыка вообще огонь. А по поводу ИЛА, да, вчера, в смысле, да, Сапсан, я вчера, тогда когда были... Выравниваю, когда взлетать, и хорошо? Принял. И 21-й вместе с Сапсаном могут взлетать сразу, там, через пару секунд. Скорость 700 держим. Перекладываемся вправо, чуть-чуть. Не могу пока поймать оборотики, надо будет чуть-чуть потренироваться за... Что здесь не дозаправка, да, здесь уже такие работы нестандартные. .300-700, мы дуем 800. Сапсан, начинай взлет. ЖК, Сапсан, пошел. Смотри, сейчас будет Су-24 проходить. Так, перекладываемся влево. И раз. Так, надо будет еще потом уменьшить эту гребаную березу. Орёт дико. Залетел, шасси убрал. Уравниваемся. И раз. Жень, там у тебя все нормально? Да. Ты наш видишь, 78-й? Я его вижу, но видишь, он сейчас очень энергичный, это... Меняет свой маршрут, я пытаюсь упражнение на него зайти, но с этим курсом. Он мне было, знаете, не особо удаю. Так, я понял, тебя, наверное, эти что-то заглушают тебя, когда долго держишь. Ну, я понял, короче. Веди. Ты можешь, кстати, и раз не говорить, просто поплавнее это все делай, да и все, я за тобой буду держаться. Да, так удобнее будет. Ха-ха, я, видать, пропустил. Они сзади, это группа как раз стратегов этих. Я почему и спросил, что вон 95-й у нас сзади. Давай куда-нибудь влево-вправо виражик и ищи. Я за тобой.
что там? Встал за 31-ми, говорю, принял, во. Что принял, не понял? Я встал за 31-ми, иду за 31-ми, все, как нужно. Я тебя вижу, подойдем, да, мы у тебя сзади 3 километра. Вот наш на траверзе, по-моему. Видишь, вот он проскочил нас, это наш, по-моему. Да, наш, я просто плавно это делаю разворот. Да если что, я догоню потом, газуй. Хорошо, принял. Вот седьмые шуршат за десятым. Отошел чуть правее, под правое крыло надо будет вставать. Ну я вот смотри, сейчас, да, я к нему к правому крылу, за правым крылом буду его идти. Он сейчас виляет, как бешеный. Близко не подхожу. Он сейчас развернется, больше вилять не будет на нем. Ну, поэтому да. Поэтому да, вот я пока поодаль догоню на прямой. Антоха, здорово. Стример на... стример на стримере. Ты про Сулина, да? Это на самом деле классно. Не нравится тебе 33-й? Сел на 21-х. Не нравится 21-й? Посмотри, 33-й, не забудь подписаться. 20-й, Рома, ты на связи тут или нет? Всем приятно, все молодцы, все довольны. Я бы еще на земле постримил, там, на площади, как они проходят. Ну, видишь, в этот раз решил сам лететь. Не в этот раз, а вообще. 20-й, если нас слышишь, мотни банохами. Кстати, Антон, появилась мысля, вот ребята здесь, ну, я не знаю, опять же, как там примут решение наши мегамозги. Как настроить СПУшку не через интерком, а через одну из радиостанций. Ну хотя это, так, наверное, будут слушать все тогда СПУшки. У каждого своя частота должна быть. Группа 33-х в строю. Кстати, кто есть на стриме, ребят, анонсы будут в группе. На редактор на первый раз. Анонсы будут в группе ВКонтакте. Ссылка в описании есть, поэтому подписывайтесь, в смысле, вступайте, присоединяйтесь, как это правильно обзывать ВКонтакте, я не знаю. Он с отхождением, что ли, идет? Непонятно. Я не знаю, я вот нацелился на титьку, которая на правом крылом. Под ним иду. Принял. А, ты про ВК, Осака? Да, я сегодня что-то думал. Ну, зайдет группа, не зайдет. Кому удобно, пожалуйста, буду туда анонсы делать. Ну, заблаговременно, да, например, человек что-то там подготовился или понимал, успевает он, не успевает. Так, а мы должны подальше или ты пока так далеко? Я пока так далеко, я к нему прицелюсь, не могу понять, какое скольжение идет. Не знаю, я вроде встал нормально. Сейчас уже площадь будет.
третий мы прошли, на четвертом уже площадь. Блин, еще бы выпустил бы он свои титьки, конечно. Ну, в смысле, шланги. Соски, было бы вообще прикольно. Но говорят, там определенные проблемы в этом плане есть. Для реализации тупить начинают эти все команды, боты, это же все через скрипты, шмипты и тому подобное. Кстати, по звуку, по голосу, надеюсь, что больше не пропадает, но, возможно, различные шумы будет воспринимать клавиатуру, джойстик и так далее. Ну, думаю, это более корректно будет, да, нежели будет голос постоянно пропадать, как это было вчера, позавчера. Че без трансляции на YouTube? На YouTube с Володька Сулин сейчас стримит, можете погуглить, посмотреть. А у меня чисто на Twitch будет трансляция, с YouTube какая-то там беда, мне не очень нравится. Решил перебраться на Twitch. На YouTube чисто будет выкладываться запись. Это у нас тут конфуз произошел у ведущей группы. Да, и 31-е что-то выебываются, блядь. Ну, они потому что идут за нашим ведущим. Бомбани им, блядь. НС-37. Сейчас раздубляться. Инкод, да. Ну, я слышал про него, не про него, вернее, писали. Могу. Нажать на паузу, что ли? Давай. Нажал на паузу. Так, и чего? Сейчас никто по радио ничего не слышит. А, он тоже прямо сейчас с ДКС летает. Рекламная пауза. Инкота, да, насколько я знаю, он такой, он уже подразвитый в плане стрима чувак, да? То есть мне до него еще расти и расти, но все впереди, мало ли, вдруг зайдет. Короче, смысл какой в паузе был? Мы, в принципе, нормально с Егоркой вот стоим. Вот когда он сейчас снимет, мы это ни хрена не услышим, поэтому я лучше буду сидеть в кабине и быть готовиться к тому, что сейчас вот-вот будет снята пауза. Зато летает он не то чтобы хорошо. Ну, он и в арму, насколько я знаю, бегает. И, может быть, даже у него там основная аудитория или не аудитория, как-то сказать. Он в арме, мне кажется, летает. А если ты умеешь летать в арме, значит, здесь будет летать гораздо тяжелее и наоборот. Вот, поэтому здесь, видишь, как бы человек развлекается, отдыхает. Я тоже, например, буду бегать в Тарков после того, как будет очередной вайп. И тоже далеко не хорошо я буду это делать, но тем не менее буду себя развлекать, там пытаться вас как-то развлечь в этом отношении. Егор, вот эти, короче, как мы шли до паузы, ориентиры надо запомнить. Мне, я на внешку переключился, мы вроде как нормально, ровненько шли. Ну вот так вот примерно. Ну да, 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 где-то у меня вот такие вот ориентиры, просто они у каждого из нас с тобой будут свои. Ну, у тебя там проектор, да, у меня монитор. Да, понял. После роликов на вертолетах в арме. Ну да, вау, это что было такое, блядь? Да постоянно они ублюдки на этом месте. Он только один раз бывает. Вот, то есть я как бы, ну, за его творчеством не слежу. За его творчеством не слежу, но как бы наслышан, знаю, забегал к нему несколько раз, подписываться нет, не подписывался.
Просто многие ребята мне про него рассказывали, что... Ну, не многие, да, некоторые зрители говорили, вот есть еще такой инкод, он тоже стримит ДКС. Да-да-да, нужно быть готовым ко всему в этом отношении. Мне всегда было интересно... Система повреждений, просто... Как в Иле, очень далеко МДЛовской, в дамаг модели, это еще пока единственное, что меня удерживает в БЗС по сравнению с ДКС, например, да? Ну, зеркала убрал, чтобы не мешались. А, вот здесь... Так, например. Да, ок. Вот, то есть мне очень нравится дамаг модель, именно вот разрушение, да, не то, как там сетевой код съедает снаряды и так далее, а именно то, как самолеты там себя ведут после повреждения. И очень не нравится... Опа, вертушки у нас, вот они, смотрите. Так, а мы вертушки... А, пятый, все, мы сейчас уже домой, мы прошли, да? Сейчас пройдем по ПМ-5 и на возврат. Ну да, вертушки вот под нами прям прошли. Вот, и да. Здесь это очень не фигово реализовано, чисто вот, да. А-ля взрыв, а-ля там любое касание какого-то дерева, сразу же взрыв, да. То есть, если в БЗС ты можешь там об дерево хлопнуться, не знаю, там сломать крыло, там припарковаться там между стволами, врубишься в дерево, взорвешься. Ну, то есть, вот такие моменты, да, понимаете, о чем я говорю. То есть, здесь такое, к сожалению, не реализовано. Но, насколько я знаю, сейчас ведется работа в ДКС по... в этом плане, на этот счет, блин, в этом ключе или как это, в этом направлении ведется, проводится работа. И, возможно, что-то годное тоже сделают. Сделают хотя бы там как в тундре. Как хотя бы как в тундре. И я буду вообще прям доволен. И, наверное, здесь уже и обоснуемся. Потому что здесь есть и пропеллер. Ну, единственное, здесь нет второй Великой Отечественной. Это очень плохо. Может быть, когда-нибудь и придет. Докфайты устраивать. Здесь, понимаешь, здесь на чем докфайты? На... Так, тоже смотрю, что-то... Принял. Что я начал говорить-то? А, по поводу... Смотря на чем докфайты. То есть, если это самолеты современной авиации, то есть Су-27, F-18, то там, в принципе, все логично, да? Попала по тебе ракета, у тебя взрыв, тебя разрывают. А вот если именно с пилорамами работать, имеется в виду... авиации Второй мировой войны, то, ну, там, с этим... Мустанги, там, Фридрихи, Доры, да, то с дамаг-моделью, конечно, беда. Что, отворачиваем? Да, мы же после ППМ-5 идем на возврат. Настраивай на возврат, да пошли. Я за тобой. Сейчас набором до 2,5. И сколько? Ну, да. Начинаю с набором, разворот. Я говорю, да, если... Мне вот нравятся бои именно вот на современные, где ракеты, дальний воздушный бой, ты его даже и не заметишь, что у него там, как у него там отвалилось, да, там где-то в 10 километров будет маленькое бух, такое черное пятно и все, да, то это норм для ДКС, это вообще отлично, вообще вопросов никаких не вызывает. А вот именно когда в упор ты расстреливаешь, это немножечко удручает, что ли. Open track. Для обзора? Free track у меня. Free track уже года 4, наверное, как бы. Я вот брал его бушный с рук. Так и не перешел. Ну, вернее, когда я вообще начал летать-то нормально с тундры, потом перешел в БЗС и с тундры ушел. Там, когда начались тут вот эти танцы с бубнами с open track, после того, как free track, у меня сначала был free track. Когда фритрек лишили возможность быстро и, ну, как бы заходить и так далее, я решил все-таки потратиться, купил трикир. И вот с ним, короче, гоняю. А, я сказал фритрек, трикир у меня, ёб БРГД. Сорян, трикир пятый у меня.
Добби. Так, напомни мне, про что это где там, за лицом, нет? Что-то я слышал, что это не очень для авиасимуляторов. Может, конечно, что-то доработали там. Все нормально? А, взгляда. Да-да-да-да, я сзади, ниже. Взгляд, наверное, это прикольно. Ну, в принципе, как и голова. Хотя, как ты вот смотришь, это получается, мне надо повернуться, да? Я поворачиваюсь сюда, а глазами смотрю в центр монитора. А вот а там ты... 33-й на возврате на ППМ-6, скорость 700, высота 2,5. Удаление 57. 84 у меня показывает, нет? Возврат. Или я не туда возвращаюсь? Жека, Сапсан, мы с тобой пойдем, короче, когда пойдешь плавно влево, вверх, мы пристроимся левым пеленгом к тебе. У меня почему-то тоже сама глиссада показывает то, что надо идти, получается, левее, но... Давай, ну, ладно, я плавно влево пошел. С набором. Все, Жека, мы сейчас к тебе подойдем. Слева будем пеленгом. Давай, я... Влево-вверх плавно пошел, на радиокомпас увожу. Егор, здесь вот сейчас, когда будем, там обороты будешь бросать, добавлю, сбрасывать или еще что-то, да? Ты, главное, сразу в ноль не убирай. Вернее, в ноль вообще не убирай. То есть давай мне запас небольшой, чтобы я мог убрать. Как бы я в ноль, да, у тебя там процентов, я не знаю, 70, например. Ну, у нас там всего 70, там, у тебя 75, у меня 70, чтобы я мог оттормозиться. Скучно мне одному летать, блядь. Хорошо, понял. Вот с лицо, наверное, да, надо прикольно. Надо тебе найти, короче, напарника и ни одного на пятнашку. В армии от первого лица, это да, прикольно. Скоро приедет, братуха, не переживай. Да, и двоих хватит. Будет у тебя пара. Прикольно, да. В армии, наверное, действительно. Кстати, в арму, блин, я... Что-то здесь с ребятами побегал в Days. Ну, мне немного, как бы... Напомнила PUBG, ну там такой PvP-шный, да, сервак, как бы не выживалки, ничего, просто закупиться, пойти постреляться, опять продаться, закупиться, ну по типу Таркова, только с торговцами совсем, да, то есть в онлайн, торговцы я имею в виду, не так, как у нас там в схроне. Вот, немного напомнила PUBG почему-то, ну потому что с внешний вид и так далее, а вот в арму, блин, да, все хорошо, я держусь, пытаюсь. Да, наверное, вот так это выглядело, скорее всего. Ну, там тоже попить, поесть, как бы все это есть. Но вот именно самой выживалочки, да, например, для чего я брал в свое время Дейс, что мне нравилось, да, ты там где-то в лесу такой один, поймал, там, ну, выследил какого-нибудь там оленя, кабана, волка, я не знаю, там, кто там были раньше, убил его, зажарил, сделал удочку, порыбачил, пожарил рыбу. Вот это, блин, наверное, было бы классно. Вот. А здесь, как бы, да, немного не то я ожидал. Так вот, да, они же все равно схожи с армой, правильно? То есть на базе армы, наверное, Дейс все-таки делался. Или по типу того, как я понял в свое время. Вот, я бы, блин, прям так заскучал по арме, по серьезным играм, когда ты там в команде, особенно когда у тебя есть там свой сквад, с более-менее с играми. 6-17. В Days на бесплатных выходных не купил. А я купил Days во время бесплатных выходных. И так вот оно у меня осталось, так скажем. Ну, жалко, что такая игра как бы не нашла. Ну, или не знаю, так не выстрелила, что ли. Было бы, мне кажется, интересно. У меня даже скам есть, я скам даже бегал. Тоже было интересно. Thank you.
Скам купил, ну хоть зачем. Я, значит, это, смотри, у нас есть такой стример Добби, если кто-то Тарков смотрит или всем рекомендую. Я сам его... Я сам его как бы смотрю и с супругой вместе, да, я вот на ночь... На ночь. Забили тебя, что у нас был и раз? Оп. Сергей Чучко, а какое у вас удаление до 6 ППМ? А, до 6 удаление 19. Егор, щиток у нас был, да? Просто забили в радио. Удаление 19 километров, 18. Не понял. Принял тебя. Ты команду мне дал, говорю, радио забили, я не услышал. Щиток был, я понял уже. Сейчас я пристроюсь, отвалился чуть. Ты же скомандовал щиток и раз, а в это время кто-то докладывал по 120 каналу и забили тебя, короче. Не услышал. Да, понял. Нет, смотрю я, супруга не против просто. Кстати, да, кто не знает, может, он тоже сейчас на Твиче стримит. На Ютубе у него есть несколько его старых... Я 500 идти, чтобы проще было меня догнать. Я вот уже сзади уже пристраиваюсь, поднимаюсь к тебе. Вот, и... Тут еще неудобно... Делал. Тумблер тянуться и кнопку радио держать. А, я понял. Значит, смотри, как мы в летучке вообще, как у нас прописано. Ты говоришь щиток и раз, я говорю есть, да, и после этого ты выпускаешь, чтобы опять же я не... А то ты выпустишь, начинаешь тормозить, а у меня еще не вышел. И я резко начинаю тебя догонять. Второй звено первой группы, проходим 6 ПМ. То есть, когда я нажимаю свою кнопку, я говорю, есть, например, ну, в нашем, как говорится, реалиях, да, с тобой. Я говорю, есть, и ты понимаешь, что я уже свой выпустил, я там оборотами поиграю, чтобы сильно не отстать. Но лучше сильно отстать, чем врубиться, сам понимаешь. Понял, по тому докладу есть, я тоже выпускаю вместе с тобой. Да, и шасси то же самое, шасси, закрылки, все, что вызывает тормоза у тебя... Так скажем, ну, уменьшает твою скорость. Это, соответственно, после моей есть, мы спокойно тогда будем вообще регулироваться в строю. Понял, сейчас надо выпускать щиток. Давай, щиток. Есть. Вот, все, я тебя не обгоняю. Я там, когда начинаю отставать, немного подыграл оборотами и остался в строю. То есть это очень удобный вариант. Сейчас оборотики, ты в ноль только не делай, все, нормально. 303-й, работаем с посадкой. Правее пошел. Принял. Тарков, кстати, блин, мне нравится, но я вот... До 40-го там докачался, а сейчас после очередного вайпа. И после этого не... Давай. Механизацию, шасси. Есть. На щитке пойдем. А, как поведешь, смотри. Я вообще не знаю, если честно, как они сажаются. Я, говорю, очень давно на них не летал. Инерция будет поменьше. Окей. А Тарков, да, я вот планирую. Сейчас будет очередной вайп. Будут опять все бегать с топорами. Самое интересное, это когда вот все полуголенькие, да, такие... Скоро держу 350, не ниже. Понял. Мне вот интересно было. Там то, блин, но я помню, как у меня первые разы, когда я играл в Тарков, как у меня билось сердечко тому бедняге. Когда кто-то рядом начинает копошиться, да, ты понимаешь, где он. Ты понимаешь, что ты его не убьешь, потому что он там сильно наряжен, а у тебя какой-нибудь там дробаш или там какая-нибудь херня, например, да? Или ты там не... Или не заряжен, как бы, ну, в плане... Так точно, на посадочном удалении 12. Принято. Вот, то есть сердце аж из груди вырывается от волнения. Ну, блин, это эмоции, короче. Ни одна игра мне такие эмоции не давала.
Единственное, что могло еще как-то с этим сравниться, это тот же БЗС, я помню, первый вылет онлайн, когда я лечу на, как на лаги, по-моему, тогда еще только лаги. А, нет, уже были, наверное, яки, когда я начал летать. Вот. Ну, короче, смысл в том, что я вижу противника, вот он внизу. И ну, сердечко тоже прям такое, как бы этот нервичок такой. Или как на стриме тогда я подходил к этому, к мессеру на лавке тогда попилотажить. Тоже интересный момент был. Тоже такое волнение было. Личное. 33-й, прошли ближний. Выравнивание. Газ прыг. Есть касание. Проезжаем до конца ВПП, там заруливаем. Понял. Щиток. Убрал. С каждым новым вайпом желание снова все копить, собирать, играть вообще уменьшается достаточно сильно. Блин, а у меня как-то наоборот. То есть вот этот вот момент, когда все кругом голенькие, и ты как бы действительно можешь повыживать, да, то есть там попрятать. Ну, блин, как-то... Меня добивают такие квесты, как, например, убить там смосинки на заводе. Я на заводе вообще не умею воевать, да, то есть это меня вообще для меня прям... Все нормально? Да, я сзади, вот он рядышком. Я сейчас буду... Там не задену тебя? Нет-нет-нет, все норм. Я контролирую. Тактическое звено на посадочном. Удаление 12. Блин, отстал я, вайпер. Чуть-чуть я отстал. Мне не очень сейчас понравилось. То есть я то ли заболтался, короче, прощелкал момент, когда я от него оторвался, а потом уже после ближнего уже не рискнул догонять, потому что... Какая-то агрессивная возня, не карта, да-да-да-да-да. А самое интересное, что ты сидишь такой, думаешь, о, сейчас, я кого-нибудь дождусь, хлоп, в лобешник, и отвалился. Посадку произвели, полосу освободили. Да, он 27-й сзади же, молодцы. Группа 33, посадку произвели, полосу освободили. Просто мне, видать, сначала сказал. Короче, на этом, да, наш парад будет закончен. Наша тренировка. Да, за нами он уже 27-е катится. Сейчас полосу будут освобождать. Все равно молодцы, я тебя понял. Ну и посадка погрубее, чем на Элочке, конечно. Я не умею пока на них садиться. 182-й освободили. Но мы полетаем скоро, полетаем, я как бы соберусь, настрою все опять систему вооружения, на 33-й можем погонять. На 33-м, на 27-м, на 29-м я хочу теперь еще полетать, когда сделали из него, опять же, доработали, да, вот эти все моменты. Ну, хорошо, будем я. Пойду и удачи. Мир, спасибо тебе за то, что забежал. Спасибо, всего сейчас доброго. Сейчас вот на этой стоянке слева останавливаемся и разворачиваем. Понял. Пока, удачки. Пока, спасибо за то, что забежали. Поучаствовали в чате. Спасибо, вайпер. Пока. 21-й. Есть кто на связи? Озака, тебе огромное тоже спасибо. Пока.
Кстати, вот с радио вообще прям огонь. С СРС-кой. Настроил. Теперь есть представление, как оно и работает. Давайте я даже вот так протяну, чтобы было все по красоте. Оп. Ну все, теперь можно будет понаблюдать немножечко с внешней стороны. Блин, 27-й это какие-то побули даже, не? 21-й, на связи есть кто-нибудь? Женек, мне кажется, они тебя троллят. Сапсан, полосу освободили вам. Да пусть летают, я на посадку сейчас круг дам и на посадку сяду. Побьются, ихнее дело, блин. Сапсан как с Челябинска. Так, МиГ-21, дальше на круге стоим. Вова, чего вы молчите, я не пойму. Спрашиваю 20 раз. Не знаю, только сейчас тебя услышал. Спрашиваю громче. Громче, я не знаю. Я 30 раз спрашивал вас. Вот, я сейчас тебя отлично слышу. Что, каналы переключаете? Внутри себя сидите, что ли? Почему? Я и внутри сижу, и на общий. Ну вот ты на общий, наверное, только что вышел. Не, я постоянно сидел. Не знаю, все меня слышали, кроме вас. Я никого не слышу, у меня общая троит, короче, не работает. Все ясно. Я только сейчас тебя слышу одного, как ты меня материшь, и все. Ну ладно, ладно, все. И мы вас слышим. Блин, еще на мигарьки вот на этом надо полетать, братцы. Оу, кто-то там прям вообще балуется на 21-м. На 21-м надо полетать. Это уже тут миги шумят. Я вообще на вмешке за 15-м смотрю. Так, внимание, сейчас будем лёг это шасси выпускать. Оттормаживаюсь. А за 15-м-то кто идет? 303-й на связи. Замечания есть какие? Да у меня к себе замечание чуть подостал на глиссаде после дальнего, так? В целом мне все комфортно. Единственное, что, да, что нам потом надо будет слетаться в этом плане. Я думаю, еще одна-две тренировки вот эти. И раз влево, там, и раз вправо. Оно, ну, для меня, по крайней мере, оно, в принципе, лишнее. Я без них могу. То есть я вижу твою эволюцию, за тобой стою. Главное, чтобы они были плавные, и все. Ну, вот корректирующий примерно на 5-10 градусов. Это комментировать, то есть тоже мне как бы это... Ты можешь просто говорить чуть лево, да, я уже знаю, что ты сейчас будешь закладывать влево, я уже готов. А там вот это и раз, например, я уже по эволюции по твоей просто вижу, да и все. Хорошо, понял, тогда я не буду комментировать, я просто буду плавно переходить, это... Ну да, ты можешь предупредить, скажи, ребят, немного доворот влево, все, и мы уже знаем, что ты сейчас туда пойдешь, и все. И, ну и, соответственно, с выпуском вот этих всех тормозящих. Хорошо, я понял. Запишу себе. Один сел. Женек, ну одному ты все-таки отомстил. Кому? 21-му. Я никому не мстил, не знаю. А что случилось? Да он за тобой пытался сесть. В поле лежит. А-а-а. Ну то зря. Я на 200 касаюсь. Ну он, видать, этого и не учел.
Так, там уже пошли в этот. Ладно, ребятки, давайте буду завершаться. Всем спасибо еще раз огромное, кто ко мне сегодня... Заходи в Дискорд. Сегодня пришел. Да-да, пошел. Кто сегодня ко мне пришел, всех был рад видеть. Спасибо. На Капи... А, на Капи Зятовск еще точно. Все, давайте. Покедова. Пойду сейчас разберем полеты и буду уже тоже готовиться завтра. Первый день после отпуска. Всем покедова. Пока. Глиссадия, дальний.